щепоти внизу уловят окуня. Окунь очень вкусный, пожарю я. Ребятки, вы знаете, что делать с такой рыбкой? Такую рыбку надо отпускать по бабушек и дедушек. Представляете, сколько она потомства принесет? Ух, блин, миллион щук еще будет. Давай, подруга, ну. Опа. Мы тебя убили. Вот это! Вот это! Надо ты... за ногу? Ё-моё! Фак! У меня первый раз такой, ребята! Приехал за щукой, поймал крысу! Как теперь его это? Она чуть-чуть там зацепилась. А, она чуть-чуть сбоку. Давай, сейчас его. Знаешь что? Подожди. Давай я тебе. Ножницами, да? Вот это. Нет. Точно не так. Есть. Гуляй, Вася. А я что, куда? Сама своя? Обратно туда, наверное, он сдохнет здесь, да? Тяни! Вот это, да? Здорово, Рома, какая большая это. Классно, больше, чем у папы. Только не говорите, что вы не знали об этих отличных способах. Рыба любит клевать, когда вы на что-то отвлекаетесь. Возьмите кружок от жерлицы, накройте им лузу, и тогда рыба не утащит вашу удочку, и вы можете спокойно заниматься важными делами. Перекись водорода, добавленная в воду, поднимет уровень кислорода в воде, и ваш живец будет свежим до нескольких дней. Вот таким способом определите, откуда дует ветер, сядьте к нему спиной, и тогда на вашей леске лед будет намерзать гораздо меньше. О, блядь, вот это лапа, хороший, блядь, леска репит, вот это да, блядь, давай, Дима, давай, блядь, справливает, хуя, сколько лески забрал, ебаный в рот, блядь, давай, Багор, смотри, Багор, лунку хавай, блядь, главное, чтоб не ушел. Блин, главное, чтоб не ушел. Бля, ну где он даже, блядь, посмотреть хотя бы что там. Где он? Доставай. Нихуя. Я видел плавник, блядь, здоровый. Вот это конь. Просили, ребят, показать, как этот поплавок себя ведет в действии. Смотрите. Вот так вот он немножко раскрывается. Ну тут поклевывает плавник. О, отлично. Massive striper right now. What a massive striper. You gotta reach in and get it. Stop. Yo, stop. Let it run. Yo. Yo, Net. Yeah. Brandon, Net. Oh my God, this is a 5-pound striper. I know. 5-pound, that's like a... Brody, Molly. Are you still on? Yeah, still on. It's long. Really? No, let it run. We're gonna tire it out. It's so fun. Hold on. I need. Alright, just let it run. Just literally hold it there. Do not reel. Reel when it gets loose. You save reel. My life. Alright. Let it run. You saved my fucking life. We got a net. Give me it. I'm a pro netter. Come on. Brody. Don't rip. Oh, it's freaking massive. Don't reel. Let it go. It's the biggest fish I've ever. Don't reel. Holy guys, this is a massive striper. Get under. Watch out, Birdie. Get under. If it wasn't for me. Oh my God. I can't even fit it in the net.
Holy crap! Holy crap! Holy! Holy! Holy. We're fucking eating it! We're dude. Eating it! Dude! 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 Someone run and get the parrots! Someone run and get it! We're eating it! Someone run and get the parrots! That's it! Finally, we're eating it! После первого выстрела прикорка! Ну что вы, парчу? Иди ко мне, вон. Димасик, сними куртку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Копико, чико, может коньячко? Коньячко. Не-не, тут ложились некоторые по плечу руки засовывали. Есть. Да? Ох, ты хороший! Вот. Такой красавчик. Рыбинское водохранилище. Черт.